Доброго дня. Мы из Миколаева. Смотрите, зная ситуацию, которая сейчас находится, хотел бы обратиться к русским оккупантам. А то я тут сало не ел 2 недели, принесли, то есть, ну, глаза начали сужаться. Говорят, сало поел, вроде опять желание возникло определенное. Так вот, шанс даем в любом случае, знаем, стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у русских-то? Они нападать не хотят. Они считают, что их обманули, что они сказали учение там. Ну, каждый почти говорит. Но и назад вернуться не могут, потому что сказали, что те с той стороны Херсона будут их расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и вот они туда и не сюда. Вроде как и разговаривают не хотят нападать, и уйти не могут. Я даже вот не знаю. Я буду обращаться сейчас там наверх и согласовывать такую вещь, как, ну, зеленый коридор для русских. Тех, кто еще не стрелял, не совершал преступления в мирное население. Те, кто желает жить, буду организовывать линию горячую с инструкциями, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться живем и не уезжать туда, и не садиться в тюрьму. Вот. Это я согласовываю. То есть, но думаю, у меня получится. Завтра выставлю телефон к горячей линии для русских солдат, которые не стреляли в мирное население. Не распространяется это на артиллеристов и на ракетчиков этих вонючих, которые после Мариуполя, то есть вариантов у вас, ребята, нет. Вам либо бежать, либо в землю. Поэтому завтра дам координаты и инструкцию, что делать, если хотите жить.